Акция «Зимний парк» в этом году даст старт зимнему сезону, сообщает городской портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на художественного руководителя Григория Онегина. 1 декабря в 55 парках культуры и отдыха Подмосковья зажжется новогодняя иллюминация, символ праздника – елка. В Люберцах сезон откроют в Наташинском парке. 1 декабря в парках Подмосковья отметят приход зимы. Одновременно в 18:00 начнутся театрализованные представления, ярмарки, мастер-классы, концерты, а также конкурсы. Жители Люберецкого округа смогут отпраздновать начало зимнего сезона в парке на Наташинских прудах. Программа начнется с открытия ярмарки «Новогодний апельсин», где все желающие смогут прокатиться на лошадиной упряжке, а также сфотографироваться на фотозоне с символом наступающего года. После этого гостей встретят главные персонажи новогодних сказок – Дед Мороз, Снегурочка и зима. Дальнейшие гуляния продолжатся анимационным представлением с участием ростовых кукол и праздничной дискотекой. Отметим, что в Московской области принята программа «Культура Подмосковья», в которой предусмотрены средства на благоустройство парков культуры и отдыха в размере 2 миллиардов рублей. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.